Но еще я помню, что в соседнем доме, это значит в 22-м, жила какая-то женщина, и она могла купить золотые вещи. Вот бабушка давала мне дважды какие-то золотые вещи. Помнишь, вот такой кулечек, кулечек я носила. Бабушка была уже не очень. Я ходила немножко лучше, чем она. Я ходила к этой женщине. Я помню зиму, потому что я была закутанная во множество платков и чего-то еще. Вот, я долго звонила, там спрашивали, кто. Вероятно, ее предупреждали, что вот придут. Там было много засов, потому что долго гремело. Она впускала вот так чуть-чуть. Потом в видела, что никакой не разбойник, ребенок. Просто в прихожую смотрела эти золотые вещи и давала стакан какой-то крупы. Вот дважды я получила два стакана какой-то крупы. Не берусь утверждать, что... Вот. И потом, когда вот уже взрослые, я смотрю, вот эти вещи, в общем, они совсем дороже, чем стакан крупы стоят.